Всем доброго времени суток. Я сегодня решила приготовить летний вариант борща, борщ со щавелем. Он очень легкий и в жару такая хорошая альтернатива классическому борщу. Научила меня ему бабушка моя. Она у меня была знаменитой стрепухой в станице в Краснодарском крае. И вот по ее рецепту я сегодня готовлю. Ингредиенты, которые нам понадобятся. У меня здесь два пучка щавеля, можно поменьше взять. Я люблю густой борщ, такой наваристый, поэтому два пучка. Это у меня пробаланшированная ботва свеклы. В принципе, можно обойтись без нее, у кого ее нет, тогда просто взять побольше такой свеклы, обычной. Молодая свеколка, лук, морковь. Перец, болгарский перец острый и две картофелины. Бульон у меня варится из курицы, вернее, остов курицы и обрезки там говяжьи. В общем, такой сбор. Мясо подойдет любое по желанию, по предпочтению. Бульон варится с луковицей, перец и лаврушку я положила сразу. Два листика лаврового листа. 4-5 горошин перца, смесь у меня перцев, и луковицу маленькую я бросила в бульон, потом ее вытащу и выброшу перед закладкой овощей уже основных зажарки. Так как борщ кроме меня никто есть не будет, поэтому я готовлю в таком в небольшом количестве, в небольшом объеме. Для большой семьи можно все ингредиенты увеличить вдвое, за исключением щавеля. Мне кажется, два пучка будет вполне достаточно на любой объем. Картошку в борщ я режу такими крупными полукубиками. Сантиметр, по сантиметру, наверное, толщиной. Ну, так готовила моя бабушка, так готовила моя мама. И мы привыкли, чтобы именно в борще картофель ощущался крупными такими кусочками. А так можно по желанию. Сковорода у меня занята, поэтому я в сотейнике все обжариваю. Вот я добавила свеклу и ботву в борщ. И теперь пассерую морковь с молодым лучком. Когда бабушка готовила, у нее всегда получался более наваристый борщ. Вроде все делаю по ее рецепту, но у меня никак не выходил вот ее вкус. Я не могла понять, в чем дело никак. Вроде бы все то же самое. И мясо больше клала, и все равно не получалось у меня. И тут увидела у одной девушки, тоже в Турции, в Дюджа живет, Аня. Она готовила украинский борщ, украинский. Она добавляет ложку муки в зажарку. И вот я попробую так сделать. Мне кажется, вот этот момент я как раз и упустила, почему у меня никак не получалось идентично с бабушкиным вкусом. Со вкусом того борща, который готовила она. Вот добавляю я ложку муки и пассерую овощи с мукой, и потом добавлю их в борщ. Я надеюсь, именно вот этой фишки мне не хватало. После того, как добавили свеклу, кастрюлю уже желательно крышкой не накрывать. Значит, солим, перчим мы зажарку лучше, но не критично, если и сам борщ. И теперь добавляем, после того, как уже закинули зажарку, добавляем туда перчик. Я сейчас покажу. Целую острую я не стала брать. Почему-то мне показалось, это чересчур уже много будет. Сейчас я добавлю перец туда. И потом уже щавель и любую зелень, по желанию. Зелень и чеснок. Вот чеснок я забыла выложить к ингредиентам ко всем. Потому что борщ очень любит ароматы. То есть петрушка, укроп. Ну, в общем, любая зелень, которую вы любите. Можно... Ну, вот так вот выглядит наш борщик. Сейчас мы туда добавим щавель.
И сразу добавлю укроп. Ну, вот у меня чесночок, укропчик. Кинза у меня замороженная. Я попробую. Если мне будет не хватать какого-то вкуса, то я добавлю. А может быть, не буду. И такой еще лайфхак от бабуля. Она, повторюсь, была знатной стрепухой. Ее приглашали на все свадьбы, поминки, как она говорила. А пироги ее до сих пор вся станица вспоминает, когда приезжаешь на Радоницу. Она добавляла во все практически блюда сахар. И в борщ особенно, в неполную столовую ложку, говорит, для раскрытия вкусов. То есть вот делюсь еще такой фишечкой для борща. Может, кто не знал. Точное количество ингредиентов я укажу под видео. И борщ такой получается, видите, практически как с капустой. 4 зубчика чеснока и небольшой пучок укропа. Кинзу посмотрю, сейчас попробую на соль. Если будет какого-то аромата не хватать, то я добавлю. Чуть я присолила еще. Беру эту доску с зеленью. Значит, чуть я присолила еще. Добавила немножко замороженная кинза у меня была. И добавляю сливочного масла. Ну, сколько тут? Не знаю, грамм 30, наверное. Это все как бы как бабушка мне рассказывала, показывала. Это в любой борщ она так делает, хоть со щавелем, хоть с капустой. На Кубани обязательно в борщ стандартно добавляют старое сало. Не буду пугать, если кто смотрит из Турции. Но во всяком случае, сейчас это не оно, так скажем. Ну вот, зеленый борщ готов. Очень вкусный, правда, получился. Такой наваристый. Так что попробуйте. Это называется зеленый борщ или борщ со щавелем. Зеленый борщ подают с яйцом, с вареным. Да забыла сказать я это. На лето он очень хорош. Альтернатива окрошке. Легкий, хорошо усвояемый. Приятного всем аппетита. Вот такой вид немножко покажу. То давно не показывала. Красивый. Море, горы. Сейчас туман, поэтому не видно, а то так даже снег на вершинах виден. Красивый райончик у нас тут.